Добрый день, дорогие друзья! В эфире Indiba Animal Health News, и сегодня у нас открытый разговор с ветеринарным врачом. Добрый день! День доброго! Сергей Николаевич, поделитесь, пожалуйста, своим опытом знакомства с Indiba и, конечно же, применением аппарата. Ну, знаете, опыт был довольно-таки своеобразный. И, учитывая мой возраст, я вообще-то крайне так сложно относился к использованию данного аппарата, тем более, что первоначально мне ребята, которые поставляют данное оборудование на территории Республики Беларусь, принесли только буклеты. Ну, знаете, как относится к буклетам? Написать можно все. И они делают очень интересный ход. Они приносят аппарат и говорят: возьми, попользуйся. Я тебе даю его на 3 месяца. Мы почитали об аппарате, да, интересно, все, начали использовать его на животных. Сначала, конечно же, врачи, учитывая стоимость аппарата, все как-то страшно было сразу отдавать, вот так вот веерно, на пользование во все руки. Но потом, убедившись в простоте его использования, применения, включил-выключил, нажал на 2 кнопки, налил геля на тело, положил электрод один, снаружи работаешь. И учитывая то, что наша клиника проводит очень серьезные операции на позвоночнике, на суставах, причем в очень сложных областях, после которых всегда идут послеоперационные не осложнения, но ухудшение состояния животного вследствие травматизации в ходе операции. Заживление их идет довольно-таки сложно, и восстановление их идет очень сложно. Но когда мы начали применять Индибу, получилось так, что реально наши врачи увидели, что есть укорочение времени восстановления животного. То есть животное начинает восстанавливаться намного быстрее. Дальше мы заметили о том, что применение данного оборудования действует еще несколько и анальгезирующе. То есть оно обезболивает. Обезболивает очаг. Снимает отек. Уменьшает степень развития отека. Увеличивает обезболивание, даже то, что мы используем там другие препараты. Это довольно-таки понравилось нашим врачам. И учитывая то, что поток животных, требующих помощи именно с данным аппаратом, увеличился, и учитывая простоту его использования, наши врачи, я их называю ребята, да, наши ребята решили передать это все фельдшерам в манипуляционную комнату, чтобы они это все использовали. Ну и как-то они очень легко начали работать с этим, у них все это получалось, ну и само собой животным реально становилось полегче. Вот этот период острой фазы воспаления развития, в дальнейшем мы начали его использовать, это все в эти 3 месяца, за которые нам дали попользоваться. И мы начали использовать данные препараты у животных, у которых уже есть хроническая патология, артрозы, прочее. И реально использование данных препаратов помогает животным, владельцы которых не хотят идти на операцию. Или же операция, прогнозы по этой операции очень низкие, очень плохие, ну или, скажем так, более корректно. Операция не может дать того облегчения, которое ты хочешь дать этому животному. Применение данного препарата не позволяет вылечить хроника. У нас не получалось вылечить хронически больного животного, но оно позволяло ему улучшить качество жизни. Сергей Николаевич, правильно ли я понимаю, что аппарат может использовать не только доктор, но и фельдшер? Ну, аппарат может использовать не только доктор, но и фельдшер. Ну, любой человек, который имеет ветеринарное образование, потому что и только лишь потому, что ветеринарные услуги по нашему законодательству могут оказывать только люди, имеющие ветеринарное образование. А так, я думаю, что вы также свободно могли бы его использовать, между прочим, как я это делал, когда поломал ногу. Вот так получилось, что в это время я поломал ногу, да, мне сделали операцию, между прочим, это был перелом любовника, пяточная кость. Я на себе попробовал действие этого аппарата, и действительно это помогает. Что-то там есть. Секретное.
Что-то там есть, реально. Реально, если мы коснулись уже этого вопроса, то реально в первые дни после операции, не было даже 7 дней после проведения операции, я начал применять индибу на себе. На себе. Реально эффект есть. И я ощутил именно и эффект по изменению отечности тканей, я ощутил эффект и обезболивающий, хотя в то время я сидел также на НПВСах, на препаратах, которые обезболивают, ну и в какой-то степени я даже на себе поставил этот опыт. То есть индиба с НПВСами, индиба без НПВСов, я это тоже на себе посмотрел. Понимаете, в этом аппарате есть одна не очень хорошая вещь, его стоимость. И поэтому я, как владелец клиники, почему я в том числе и на себе попробовал, коль так сталось, деньги платить мне, и деньги довольно-таки большие. И, конечно же, мнение врачей, мнение фельдшеров, это очень важно для меня, как для владельца. Но в то же самое время деньги там не платить. И коль так получилось, что я смог вот использовать на себе, я понял, что этот аппарат мы будем покупать. Сергей Николаевич, давайте вернемся к животным. Да. Расскажите, пожалуйста, про эффективность работы именно на животных. Может быть, какой-то ваш опыт и особые случаи? Ну, понимаете, это аппарат, который применяется на фоне лечения. Одним этим аппаратом вылечить, еще раз говорю, невозможно. Можно изменить стадию возникновения отека, можно изменить стадию регенерации тканей и улучшить ее. Если ты стадию отека делаешь меньше, то регенерация также происходит более быстрее. Регенерация – это восстановление. Восстанавливается. И в том числе на хронически больных реально они меньше хромают. Что ощущают животные, я не знаю, они нам не скажут. Но я могу вам сказать то, что я вам сказал накануне, да, вот только что. На себе я попробовал. Он помогает. И кроме того тепла, который ты ощущаешь чисто физикально, там что-то еще есть. Какие-то волны. Я не технарь. Я чисто врач-практик. Я, к своему стыду, не вникал в как он там работает, этот аппарат, все. Мне самое главное, помогает, не помогает. Коротко говоря, он помогает. Это прекрасно. Но это мнение мое и мнение моих врачей. Мнение других, с других клиник врачей, которые проводят совершенно другие операции. Может быть, они используют в проведении операций иные методики. Вот это было бы очень интересно и мне бы услышать. Как другие бы врачи использовали данный аппарат и какой опыт они получили. Потому что опыт наш – это только наш опыт. К большому сожалению, индибу не столь во многих клиниках применяют. И поэтому я могу опираться только на опыт свой и опыт наших специалистов нашей клиники. Конечно же, хотелось бы услышать и опыт других. Сергей Николаевич, да? А есть ли отзывы от клиентов? Ну, понимаете... Прислушиваетесь ли вы? Получаете ли обратную связь? Однозначно, конечно. Мы провели манипуляцию, животное с владельцем уехало домой. И обратную связь мы можем получить только от владельца. И он как бы нам рассказывает, увидел ли он, что животному стало легче после применения данного аппарата, данной процедуры. Ведь препараты, он получает это все изо дня в день. Сами же процедуры мы назначали через день, через два, ежедневно, потому что данный аппарат, данную услугу с применением данного аппарата можно использовать разными вариантами, разными методиками. И это тоже облегчает и владельцу, не нужно каждый день возить или как это все. И опять же, ты оцениваешь, сколько животному нужно делать этих процедур. Если ему достаточно через день, и он себя стабильно, нормально чувствует, у него идет положительная динамика, зачем ему делать каждый день? Это тоже облегчает.
состояние владельца с обязательным учетом именно реакции животного на данную услугу, на данную манипуляцию. Сергей Николаевич, а поделитесь, пожалуйста, процессом проведения процедуры, сколько занимает времени, насколько просто, и при этом какие манипуляции проводятся с животным? Ну, первое, что мы решили выделить отдельное место для того, чтобы где разместить данный аппаратик. Просто такая шуфлядочка, все потому что аппарат дорогой. В нем еще есть одна особенность, на мой взгляд, ну такая, знаете, плохая, да? Непосредственно электроды, они не столь большие, они не такие маленькие, да? Их очень легко нечаянно выбросить в мусорницу, потерять все, да? У нас такой случай был, искали этот электрод. Насколько я понимаю, учитывая то, что там определенные эти волны, там определенные сплавы, да, металлов в этих электродах. И потеряв электрод, ты можешь потерять саму услугу. Поэтому мы выделили отдельное место, как я уже говорил, в манипуляционной. Приходит животное, манипуляция, услуга такая-то. Животное на стол или же на пол. С одной стороны гель, обычный гель для УЗИ. Одна пластина электрод снизу, другая пластина, точнее другой электрод, уже маленький, для выполнения манипуляции. Наносится гель на полость, на поверхность кожи, шерсти. Мы даже не выстригали животных. Это тоже как бы плюс. Но если уже после операции, то он выстрижен. Тоже нормально. И или сам ветеринарный специалист включает... Ветеринар-специалист обязательно сам включает, задает программу. Это все делается буквально там двумя кнопками. И потом или сам проводит манипуляцию. Манипуляция сводится к тому, что ты должен постоянно, медленно перемещать активный электрод. Один из двух. Или предлагает это делать владельцу животного. Обращая его внимание на том, что, пожалуйста, не останавливайтесь. Всегда электрод должен быть в движении. Все. Она сама отключится, сама предложит изменить программу оборудования. Подходит ветеринарный специалист, вводит другую там программу, и владелец или ветеринарный специалист продолжает процедуру. Опять звоночек, все, вытерли гель, вытерли, все окончено. Все банально просто. Самое главное, аккуратно, не надо ломать. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, есть такая очень важная тема, тема доверия. Поделитесь, насколько вы доверяете Индиба? Первоначально я не доверял, и сейчас я доверяю. Кроме всего прочего, я доверяю аппарату, потому что реально он помогает. И второе, что немаловажно, я доверяю ребятам, которые поставляют данное оборудование. У нас был случай, что мы его поломали. Да, между прочим, через 3 месяца после того, как этот аппарат побыл у нас, мы его купили за полную стоимость. И через некоторое время мы его сломали. Очень тяжело, я с вами вот... Очень тяжело, с вами абсолютно согласен. Вы улыбаетесь, у меня это была саркастическая улыбка. Ну, конечно же, звонишь поставщику. Ребята абсолютно без каких-либо вот претензий к нашей стороне, что это ваша вина, это вы там что-то неправильно сделали. Они взяли и через некоторое время привезли нам аппарат восстановленный, который мы используем по сей день. Поэтому доверие аппарату – это доверие аппарату. Аппарат не дешевый. Аппарат простой в использовании, и поэтому, кажется, с ним можно очень легко, так знаете, работать. Небрежно работать. С ним надо работать аккуратно. И в этой ситуации доверие поставщику оборудования, ведь это не рекламный ролик, я даже не называю, кто там поставлял и все прочее. Вот. Доверие поставщику тоже есть, и это очень важно, потому что мы же многие оборудования покупаем. И я могу на своем опыте говорить, что разные ситуации есть. Так вот, в этом случае негативного общения с поставщиком не было.
это огромный плюс. И я им благодарен. Сергей Николаевич, поделитесь, пожалуйста, а есть ли какое-то гарантийное обслуживание и на связи ли вы постоянно с ребятами, которые обслуживают это оборудование, дабы избегать таких ситуаций? По закону Республики Беларусь гарантия должна быть, коль ты поставляешь новое оборудование. На БУшку может не быть гарантии. А ребята закон блюдут, поэтому гарантийное обслуживание есть. Насколько часто я общаюсь с ребятами, вот после того, когда они восстановили оборудование, конечно же, мне хотелось бы чаще им позвонить и сказать спасибо, а не в плане того, что у меня есть проблемы с оборудованием, ребята, помогите. Вот вы мне даже вот подсказали этот момент, позвоните и сказать спасибо. Это здорово очень. Сергей Николаевич, поделитесь, пожалуйста, какие еще минусы в оборудовании вы можете наблюдать в практике? И, может быть, давайте коснемся темы расходных материалов. Есть ли они? Насколько дорогие? Как часто нужно менять электроды? Так, плохие вещи, ну, условно плохие вещи. Негативные, не потеряй, не потеряй электрод. Да, не потеряй электрод. И поговори с ребятами, чтобы ты мог оплатить данное оборудование частями. Больше негатива ничего нету. Расходка. К данному оборуду идут одноразовые отрицательные электроды, нулевые, которые вот подкладываются под животное. Они копеечные. В то же самое время можно взять и использовать обычные электроды, которые мы используем при работе с электрокоагуляторами, что мы и сделали. Это многоразовые. Один раз купил и забыл. Электроды рабочие, непосредственно катодные, да, они не требуют замены. Это сплав металла, и там металл такой, что о шерсти и о коже не сотрешь. Все. Расходка – это гель для УЗИ. Только гель для УЗИ для того, чтобы именно улучшить прохождение этих волн, о которых я даже там не знаю, какие там волны. Да, не знаю. Чтобы они туда лучше проходили и глубже проходили. Между прочим, вот очень хорошая вещь, которую я еще не сказал. Аппарат позволяет проводить процедуру и получать эффект как у мелких животных, у которых там общая глубина там мышц, там, допустим, 2-3 сантиметра. И у животных, которые 70-80 килограмм, у которых там мышцы там 8-10 сантиметров, понимаете? Эффект был и на мелких, и на больших. Вот это очень ценно, потому что многие ведь аппараты подобного предназначения, они не позволяют проходить глубокие слоя. Этот позволяет. Поэтому по расходке здесь ничего, только гель для УЗИ. Если не потерял электрод, тебе ничего не надо восстанавливать. Но, тем не менее, наверное, какая-то плановая замена, она будет необходима, но мы не говорим о том, что нужно менять каждый месяц или каждые 2 месяца. Вы знаете, плановая замена. А какая плановая замена? Вот он, его отремонтировали, он работает, и, слава богу, мне не надо ничего планового, ничего менять. Угу. Если у тебя там шнур, который идет к электроду, ты его не перерезал, не перевязал, там, не переломал, его не надо менять, он в очень хорошем кожухе и как бы... С точки зрения объемов самого оборудования... Насколько? Ну вы же его маленькое. Видели, это действительно маленький, вы специально задаете вопрос. Нужно ли? Это действительно маленький, между прочим, что и смущает еще. Аппаратик-то маленький, а цена-то не маленькая. А эффект? 5 баллов. Эффект есть. Эффект есть, но эффект, еще раз повторяюсь, это опыт нашей клиники. Хотелось бы узнать опыт других врачей, с других клиник. Вот этот момент... Может, я в чем-то субъективен, но не могут же все быть мои врачи субъективны. Сергей Николаевич, огромное спасибо вам за беседу. Дорогие друзья, вы на канале Indiba Animal Health. Увидимся в следующих выпусках.